Здравствуйте! В эфире новости погоды. Расскажу о них я, Айсула Сайфулина. Во вторник, 26 апреля, в набережных Челнах облачно. Столбик термометра покажет нам 21 градус тепла. Ночью плюс 13. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный 6 метров в секунду. А я желаю вам хорошего настроения. Прогноз погоды смотрите на нашем телеканале.